Как редки стали мужские дуэты на нашей сцене, тем не менее они появляются. Ксения, расскажите, пожалуйста. Знаешь, этот дуэт мне кажется особенным, потому что эти двое мужчин воплощают, на мой взгляд, две главные сексуальные фантазии женщин. Один весь такой брутальный, волосатый, большой, ну а второй такой весь нервный, такой худенький, резкий. Григорий Лепс, Стас Пьеха. «Она не твоя». Показал ей весь мир и подарил, и весь мир за тебя говорил. Что с того, что с тобой жизнь нарядная? Думаешь, ты разгадал, что надо ей? Что надо ей. Но ведь она не твоя, хоть с тобой она даже иногда и бывает. Она не твоя, как глоток вина, так тебя она выпивает. Она не твоя, ты играешь с ней, а она с тобой, потому что знаешь ли ты, что в себе таит женская любовь. Тайные жаркие свидания, ссоры и ранние рыдания. Молодой кровь кипит, тело смелое. Это все так скоро надоело ей. Боль любви твоей. Но ведь она не твоя, хоть с тобой она даже иногда и бывает. Она не твоя, как глоток вина, так тебя она. Молчит она, о чем ее мечты? Знаешь ли ты, что говорит она, когда не рядом ты? Рядом с кем-то друг. Знаешь ли ты, когда уйдет она, куда она идет? Слушая шаги. Знаешь ли ты, имеешь ли ты власть, чтобы удержать ее? Григорий Лепс. Специально для вас выйдет сюда по-настоящему роскошная девушка и наградит вас граммофоном. Это Анна Седокова. Анна Седокова. Я с Украины. И у нас как-то не принято приезжать с пустыми руками. Поэтому специально для вас я привезла подарок. Лучшее, что родилось на Украине. Ваша нога, Анна? Это нет, вы? Что вы. Это... Все участницы группы «Виагра» за всю историю. И одна запасная. Выбирайте. Вы знаете, скромный набор дальнобойщика, друзья. Выбирайте, пожалуйста. Делайте свой выбор. Вы знаете, вот... По одной можно? Одну. Удивительно, делайте да? Фотографии, напоминают фотографии, которые в супермаркетах пишут. Они воруют в нашем магазине. Издалека. Хорошую участницу выбрали вы. Браво.
Ксюша, вы, может быть, я знаю, девушками тоже балуетесь. Выберите кого-то. Поподробнее. Ксюша, вы балуетесь девушками? Я балуюсь девушками. Класс. Может быть, вы начнете баловаться прямо здесь, друзья? Я просто был бы рад. Я всю жизнь мечтал это увидеть вот так, на расстоянии вытянутой руки. Ну, знаете, учитывая, что Волочкову я уже поцеловала, Анна, остается только поцеловать вас в ногу. Прекрасно, прекрасно. Я хочу сказать, что я, конечно, не Малахов, но Ксения невероятно целуется, друзья. Это правда. И я считаю, что вам не нужно никого выбирать. Забирайте всех, Ксения. Прекрасно. У меня и так просто корона растет уже давно. Садом какой-то. Спасибо огромное за эту песню, потому что это правда жизни, правда, девочки? Это наша песня.